Южно-Казахстанская область на втором месте в республике по количеству дорожно-транспортных происшествий. Такую неутешительную статистику сегодня на брифинге озвучил начальник управления областной прокуратуры Рустем Дусенбаев. По инициативе надзорного органа была разработана программа «Безопасная дорога». В результате число аварий удалось снизить на 4,5%. Кроме того, прокуроры взялись за регистрационно-экзаменационный отдел Департамента внутренних дел и выявили миллионы недостач в бюджет. В результате проверки в регистрационном подразделении ДВД ЮКО, то есть в РЭО, выявлено более 20 тысяч поддельных квитанций по оплате различных госпошлин, налогов и сборов. Это на общую сумму 175 миллионов тенге. Также 41 автомобиль с необоснованно заниженным объемом двигателя, что повлекло недопоступление налогов на 16 миллионов тенге. 8 фактов незаконной регистрации транспортных средств, ввезенных контрабандным путем. И многочисленные факты выдачи водительских удостоверений на основании несоответствующих справок о здоровье кандидатов.